Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу Майнкрафт 0.14.2. Вот и вышло обновление Майнкрафта, которое принесло нам обновление для виртуальных очков, поэтому те, у кого есть виртуальные очки, сразу скачивайте эту версию. Но, к сожалению, здесь скинов нету, и в настройках игрушки нам брали анимацию воды и анимацию лавы, но... Когда мы заходим в создание мира, мы видим, что шрифт маленько изменился, он стал более белым. Ну и что ж, заходим в наш мир и видим, что загрузка была маленько увеличена. Но также мы видим, что была изменена кнопка входа в инвентарь. Когда вы нажимаете на нее, она становится темной. А также было целиком переделаны облака, друзья. Они стали совершенно другими. И теперь их цвет не зависит, или их гамма не зависит от вашей графики в Майнкрафте. А также была добавлена такая фишка, теперь, когда вы смотрите на зеленую вещь, ее эффекты показываются в середине, то есть вы сможете смотреть все эффекты. Но, к сожалению, новые блоки и новые вещи не были добавлены в этой версии. И все новые поршни, в том числе и лошади, будут ожидаться в финальной версии 0.15.0. А если кто-то еще не понял, то эта версия Майнкрафта тоже же самое, что и 0.15.0, только без входа в Xbox Live. А также, к сожалению, здесь нету кнопки сглаживания, которая есть в этой версии. Точнее, не в этой, а в версии 0.15.0. Но мы будем ждать, что Xbox Live нам в будущем уберут. Но по идее разработчики сообщают о том, что в финальной версии 0.15.0 вход в Xbox Live будет не требоваться, то есть все будет, друзья, нормально. Ну что ж, вот такое обновление было сегодня, ну а на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.